Поставила белье типа на солнце. Спустя полчаса солнца в этом участке уже нет. Так что надо будет сейчас перевести. Подушки, все-все-все, что было в доме, все, что осталось с лета. Хоть аромат теперь свежий. Вот. Вышла я на кухню, чтобы взять поднос. А тут тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Мне вот интересно, что это. Вскрыла я пакетик. Вот такая вот звенящая кошечка. Сиренево-лавандовая. Очень, кстати, прикольно. Все равно найдется кто-нибудь, кто будет днем что-нибудь сверлить, пилить или дрелить. В общем, надо мне тоже этим заняться. У меня сын спит. Я замариновала мюсли в молоке, скажем так. Это будет мой перекус на сегодня. Обед у меня уже сварен еще ранним утром. Точнее, можно сказать, что он был сварен еще вчера. Так что я абсолютно свободна. Я уже сделала маску, уже поухаживала за лицом, нанесла масло, сделала легкий массаж, поэтому у меня такое немного блестящее лицо. Сегодня, если все-таки мы выберемся с мужем, а мы должны это сделать сегодня пятница, я бы очень хотела поесть мороженого, но я опять приболела, поэтому мороженое для меня явно отменяется. Нет, конечно, можно. И запить потом большущей чашкой какого-нибудь очень горячего капучино. Ну, в общем, посмотрим по моему настроению и моему состоянию. Ну что, всем огромный привет! Сегодня у нас очень такой приятный солнечный день, хотя немножко, можно сказать, морозный. Немного странное слово для Сицилии, но да, довольно-таки свежо с утра. Сейчас время 9:30, но я думаю, что к обеду разогреется. Вчера, конечно, был полный трэш. Вчера был настолько сильный ветер, у нас просто провало на куски тенты, которыми была закрыта веранда на летней кухне. В общем, придется все менять. Ну, на самом деле, мы хотели все это поменять и сделать нормальную крышу. Поэтому я и моя маленькая обезьянка. Расскажем вам о материнском капитале, который здесь полагается молодым мамам. И те денежки, которые сейчас получаю я. Кстати, девочки, живущие и в других регионах Италии, напишите, пожалуйста, как у вас обстоят дела. Такие же суммы, такая же система. Есть какие-то отличия, либо нет, было бы интересно почитать. В общем, мы документы на вот этот вот материнский капитал, скажем так, да, вот на эти детские пособия, мы подали примерно в апреле, в середине апреля, когда мы получили квиточек у подачи документов на вид на жительство. Но, к сожалению, тогда документы завернули, точнее их заморозили, потому что был необходим как раз-таки вид на жительство. Его я получила в начале июля, то есть мне его готовили примерно 3 месяца. И после этого муж поехал повторно подавать документы. Ну что, я снова в строю. Мы с сыном набесились, наигрались, наелись, поменяли все, что было необходимо. Сделали легкий массажик, легкий фитнес. И я его уложила спать. Вот, я надеюсь, что он до обеда проспит. После обеда мне нужен будет муж на подстраховку, потому что я сегодня хочу сделать более интенсивный фитнес. И, кстати, вес у меня начал опять расти, но, в принципе, это нормально, потому как я увеличила нагрузку. Мышцы, они тяжелее жира, поэтому никогда не смотрите на весы, ориентируйтесь на параметры, на отражение в зеркале, а лучше делайте фото для сравнения. Но речь, кстати, не об этом, речь о том, что надо озвучить цифры. Цифры, денежные вопросы, в общем, касаемо пособия. То есть по нормальной схеме вы подаете документ еще до рождения малыша, и первая сумма, которая поступает на расчет на счет мамы, это 800 евро. Далее, после рождения малыша, пусть в течение какого-то времени приходит вторая сумма 1700, и на протяжении 2 лет ежемесячно мама получает 160 евро сразу после рождения малыша. Кстати, также на почте мы получили еще одну карту, на которую каждые 2 месяца приходит 80 евро, и на протяжении 3 лет вы можете пользоваться и расплачиваться этой картой с этим лимитом только для совершения покупок в супермаркетах либо в аптеках. То есть она предназначена только для этих целей. Что, грубо говоря, на этой живем, шучу, конечно. Первую сумму мы с мужем сразу решили отложить на накопительный счет для сына и постепенно тоже его пополнять. Я надеюсь, что эта сумма доживет до начала его учебы в университете, потому что здесь это очень дорого.
Здесь это платно, плюс сверху идут налоги, и мне, конечно, хочется довольно такой хороший вуз для сына, поэтому я надеюсь, что деньги до этого момента все-таки доживут. Часть суммы нам была необходима для того, чтобы закончить крышу нашего дома, чтобы ее утеплить. По мелочи, так что тут уже каждый решает сам, на что необходимо на данный момент, но вот у нас вот так. Это со спагетти, как правило, спагетти вы выключаете, вливаете туда яйца с паприкой, как правило. В общем, сегодня будет карбонара. Все очень просто. Кстати, вы знаете, очень часто порываюсь записать какие-то рецепты. В последнее время я последний раз готовила пасту с лососем. Просто обалденско. Но у меня выключился телефон, а вообще у него проблема с батареей, он ее не видит. И каждую новую зарядку, которую я покупаю, он очень быстро ломает. Она очень быстро приходит в негодность. В общем, пока что телефон функционирует. Нужно купить либо планшет, либо другой телефон. Перекачать все фотки и видео, потому что здесь очень много материала касаемо Валерия, в частности. И потом он может сдохнуть. Потом я ему это разрешу, но пока что мне он очень необходим. И нужно начинать поиски какого-нибудь хорошего планшета, телефона. Все это дело менять, потому что это мой фон уже, по-моему, лет 5. И, в принципе, нормально, что он уже сходит с ума. Вот, кстати, что касаемо пасты с лососем, девочки, если вы купили в магазине лосось, который оказался довольно соленым, что можно с ним сделать? С ним можно сделать сальсу к макаронам, реально. Я делаю с цукини, то есть я обжариваю цукини с луком, буквально слегонца. Как правило, если не хотите. Если не хотите слишком жирно, тушите просто на воде с небольшим количеством масла, буквально вот чуть-чуть. Дальше я добавляю сливки, лосось, немножко цедра лимона, можно, кстати, немножечко капельку белого вина, если вы хотите поэкспериментировать, базилик, петрушка, какие-то специи по своему вкусу. Получается очень, кстати, обалденно. И вся вот эта вот соль выходит, то есть дополнительно я не солю. То есть я даже не солю цукини. Может быть, чуть-чуть, если лосось такой слабосоленый. Но, как правило, сколько я не покупаю лосось в Москве, типа слабосоленый, он всегда оказывается очень соленым. Та же самая китай или лосось, любую рыбу можете купить красную. Если она оказалась очень соленой, можно сделать сальсу к макаронам. Будет очень вкусно, сытно и необычно. Ну, по крайней мере, для нас. Здесь это привычно. Вот, я прямо ошибся. Закончить данный влог я бы хотела обзором посылки, которая ко мне сегодня пришла. Это заказ сайта Beauty Export. И, как вы видите, полностью практически состоит он из продуктов марки Filorga. Если вы помните, в одном из влогов я показывала набор, который заказала в подарок для свекрови, и он ей очень понравился. И я так подумала, надо заказать еще. Но, к сожалению, на сайте его в наличии не было. Я очень надеялась, что он вернется в продажу, но не думала, что марка выпустит еще другие варианты, и я, в принципе, все эти варианты купила. В общем, я для себя взяла набор, рассчитанный для зоны под глазами. Здесь у нас идет одна пара патч, то есть на одно применение, крем для глаз и смывка, какая-то суперухаживающая, в том числе, в общем, с ресницами, то есть попробуем, я потом расскажу. Для мужа взяла вот такой вот набор, здесь мезомаска и два крема, это линейка, рассчитанная на очень возрастную кожу, в общем, не знаю, надеюсь, что нам подойдет, ему точнее, попробуем, тоже поделюсь своим впечатлением, потому что у него есть морщины на лбу глубокие, которые меня безумно раздражают, я хочу более-менее их смягчить, я еще пилинг заказала. Но, в общем, потом поделюсь своим впечатлением и итогом работы с кожей моего мужа. И вот эти два набора абсолютно одинаковые, это подарок будет для свекрови и для сестры мужа на Рождество. Я думаю, что я, может быть, еще чем-нибудь добавлю, посмотрим. И да, для себя взяла еще масло примула вечернее в капсулах, собственно говоря, вот мой заказ.